Приветствуем зрителей обзора Лиги Легенд, представляющим Физа, морского ловкача. Физ – это ловкий мили-ассасин. Быстрый, способный уворачиваться от атак и останавливать врагов, Физ может бегать по полю боя, быстро снося хрупкие цели. Или если вы предпочитаете играть пассивно, Физ также может бороться один на один с самыми сильными соперниками, методично разбирая их на части, оставаясь невредимым. Пассивка Физа – нимбл-файтер. Он всегда проходит сквозь других существ, вот используя ГОСТ. К тому же он получает меньше урона от обычных атак. Очень страйк повреждает и проходит сквозь врага, накладывая эффекты при ударе. Когда Физ использует очень страйк, он перемещается на определенное расстояние, так что, используя рядом соперника, вы окажетесь далеко за вражеской спиной. Фрик берет очень страйк на втором уровне и развивает последним. С умением System Drive на атаке Физа пассивно наносит цели определенный урон за несколько секунд, плюс процент недостающего здоровья цели. Когда умение активировано, обычно атаки Физа наносят дополнительный урон и уменьшают лечение вашей цели на несколько секунд, аналогичный эффекту Ignite. Фрик берет System Trident сразу на первом уровне и развивает его в первую очередь. Playful Trickster имеет две части. Сперва Физ прыгает в точку неподалеку и становится невыделяем, уворачиваясь от атак и умений, направленных на него. Второе включение способности заставит его снова прыгнуть, повреждая всех врагов, на которых он приземлится. Если умение не включить снова, то Физ через полсекунды станет выделяемым, повреждая и замедляя всех врагов вокруг. Фрик берет Playful на третьем уровне и развивает вторым после System Trident. Ульта Физа Charm the Waters. Физ бросает скиллшот рыбу, падающую на землю или прилипающую к первому вражескому герою, на которого попадет, замедляя его. После небольшой задержки появляется акула, съедающая рыбу, подбрасывая, повреждая и замедляя всех врагов неподалеку. Ранний лайн Физа очень силен, если вы не боитесь рисковать. Подойдите к врагу и ударьте его умением System Trident. Nimble Fighter сделает атаку крипов терпимыми, пока вы сводите вашу цель на нет. Получив второй уровень, включите System Trident. Приблизьтесь, используя очень страйк, и продолжайте наносить обычные удары. Набрасывайтесь, чтобы убить врага, как только сможете. Фрик использует ГОСТ, чтобы догнать Галю, применившего флеш и добивает его Игнайтом. Набор трюков Физа также позволит избежать опасных ситуаций. Здесь ганкает Фрика в центре. Он включает ГОСТ, и как только сканер подходит ближе, прыгает через него с помощью Ocean Strike. Зайдя в кусты, он подходит к стене, перепрыгивает через нее, используя Playful, доходит до башни живым. Хорошие рефлексы сильно помогают в игре Физом. Фрик сражается с Галей в центре, наседая с помощью Ocean Strike Assistant Trident. Когда Галя поворачивается, чтобы бросить Resolute Smite, умение Playful помогает увернуться и победить врага еще больше. Фрик отходит, готовит следующую атаку. Как только он видит, что Галя бросает еще один Resolute Smite, он кидается на него, уворачиваясь снарядом, нанося еще больше урона. Наконец Риван приходит на помощь, и Фрик убегает вперед, прыгает в сторону и использует Ocean Strike Assistant Trident для убийства. В командных боях старайтесь сначала найти хрупкие цели. Когда в центре завязывается драка, Фрик прыгает через Галю, используя Ocean Strike. Как только появляется Грейс, Фрик прыгает ему за спину. Он решает замедлить Грейса, чтобы тот не вернулся от Charm the Waters. Убив Грейса, Фрик идет к Скарнеру и Соне. Используя Ocean Strike, он приближается к Скарнеру и накладывает на него Игнать, чтобы тот умер под башней. Как только башня пытается пострелить его, Фрик выпрыгивает назад с Playful и вместе с своей командой убивает Галю. Еще один БР сгорается в центре. И снова Фрик бросается на Грейвса, убивая его с помощью System Trident, приходящего в Ocean Strike и Игнать для добивания. Затем он направляется обратно в атаку, выискивая следующую цель. Фрик отгоняет Сону и пытается убить еще кого-нибудь. Он прыгает на Галю, применяя очень страйк и плейфул, но тот спасает, используя Балвак. Наш герой прыгает к Соне, чтобы убежать от Скарнера и вражеского Физа, и продолжает убегать с башни, используя свои способности. Когда Скарнер выпускает фракчер, Фрик уворачивается, включив плейфул, что позволяет Физу замедлить Скарнера. Тот продолжает преследование, так что Фрик кидает Charm the Waters, после чего Скарнер убивает Сарака и Турели. Галю использует флэш, чтобы добить Фрика, но тот вышел из радиуса Resolute Smite, и как только Галю входит на базу, убивает его, используя Ocean Strike Assistant Trident. Ocean Strike можно использовать для убийства цели за основной мишенью. Фрик видит полумертвого Грейса, прыгает на Ноктюрна и оказывается того за спиной как раз, чтобы убить Грейса. Потом умение Playful позволяет убить Ноктюрна. Charm the Waters добивает Рамуса, и они начинают захватывать мельницу. Бёрст Физа позволяет ему быстро уничтожать хрупких врагов. Фрик прыгает на Грейса с помощью очень страйка, уворачиваясь от бакшот.
Лейфул позволяет избежать как ударов башни, так и смокскрин, позволяя Лисину подбежать и помочь убить Грейвса. Лейфул также позволяет избежать умений вроде Кроушторм. Филстикс пытается убить Фрика из кустов, но тот убегает и возвращается, когда умение заканчивается. Он бьет его Систон Трайлентом. Когда пугало кидает ворону, Фрик уворачивается, используя Плейфул и добивает его. У Физа очень сильный бёрст, так что вы можете убивать противников, прежде чем те успеют среагировать. Раненый Фрик натыкается на Фиддлстикса, кидает в него рыбу и ждет. Как только врага подбрасывает, Фрик прыгает, применяя Систон Трайдент и Орсин Страйк. В результате пугало гибнет, не успев даже тронуть его. Физ весьма сложный герой, так что стоит подумать над собиранием его выживаемость первые несколько игр, пока не выучите его трюки. Помня об этом, попробуйте следующую сборку в классическом режиме. Возьмите красные руны на Magic Penetration, желтые на Armor, синие на Magic Resist и Quintessence на HP Regen. Так вы сумеете контролировать линии в начале и выживать в середине матча. Мастеры с 9.0.21 дадут вам большой КДР, пробивание магической защиты, мете с увеличенным опытом и дополнительной маной для непрерывного каста. Наконец, Ignite и Ghost позволят им догнать и уничтожить одиноких соперников. Из предмета возьмите сначала с собой 3 банки здоровья. Затем соберите быстрый каталист, улучшите его до Road of Ages. Потом улучшите сапог до Sorcerer's Shoes, возьмите Relay. Потом посмотрите, как у вас идут дела. Рабадон, Лич Бейн дадут вам огромный урон, в то время как Джонни Ауэглас, Абиссал Скептер и Гардиан Энджел помогут стать сильнее. Закончите покупкой Void Staff, если враги собирают защиту от магии. В Доминионе, где смерть не так страшна или по мере привыкания к игре физам, попробуйте более эффективную сборку. Красные руны на Magic Penetration, желтые на Paper Level, синие на Paper Level, квинтэссенции на АП превратят физа в магу-убийцу. 21.09 Мастерис позволит наносить намного больше повреждений, если вы возьмете все, относящееся к урону и АП. В Доминионе вам не понадобится бонусная мана. Так что лучше взять утилити скорость бега. Игнайт и Гост подойдут для физа здесь. Из вещей начните с проспекта Стринг и Ботинка. Затем купите бусов плюс идите, а Рабадон и Лич Бэйн дадут физ огромный бёрст урон. Наконец, увеличится урон Void Staff, Will of the Ancients и Жони. Спасибо за просмотр обзора, представившего вам физа, морского ловкача.